раскинут по всему, ну, как бы своими бренчами по всей России. Но Target имеет свою уникальность тем, что там всегда можно найти вещи для дома, там, для хозяйственной принадлежности, купальники, я не знаю, сумочки, телевизоры, корм для собак, косметику, одежду для детей, для школы, для офиса. Там есть все, просто абсолютно все, включая еду, фрукты, соки, жвачки, яйца, молочные продукты, сыры, кофе. Огромнейший магазин. И этот магазин находится во всех городах Америки. То есть ты, когда идешь в Target, ты знаешь, что ты там найдешь то, что тебе надо. То есть это не новый магазин. Ну, как, знаете, как Макдональдс, да? Вы знаете, что такое там French fries, да? Вот скажите, на России есть магазин, вот, типа такого, который был бы и в Чите, я не знаю, и в Самаре. Я не про Пятерочку. Пятерочка — это продуктовый. Я говорю, что который бы охватывал абсолютно вот то, что я перечислила. Сегодня, смотрите. Сколько солнечных батарей.